Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в Sniper Elite 4. Как вы помните, мы в порту Лорино. И у нас задание: уничтожьте танки и также уничтожьте бронированную угрозу. Довольно интересное задание, но смотрите, что тут происходит. Так, это еще мой отпечаток с прошлой серии остался. Значит, здесь... А, бежит, бежит. Видел, видел я его там. Чудик это. Вот он, ё-моё. Так, давайте его выслеживать. Блин, тут горючка, она меня смущает. Если он попадет в нее, будет большой взрыв. Смотри-ка. Оп, куда потащил, а? Черт подери. Готов. Так, следующий бежит. Схватил. Нет. Обоих тут и положил. Ну что ж, довольно неплохо здесь у меня получилось все. Убийство десантника поддержки. Значит, это был у нас десантник. Ясно. Так, ну что, по карте у нас там еще врагов много, но где-то они с другой стороны. Нам нужно... Так. Черта с два не попал. Сейчас мы... Вот так вот. А в принципе толку-то от нее... А, она взрывается. Оба-на, погоди-ка. Меня проследили. Сзади практически по пятам бегут. Будем тогда их отсюда выслеживать. Ага, сидят. Голубчики. Двоих получится? Ох, ё-моё, легкая пробега. Нет, не вышло. Но, тем не менее, как видите, я их обоих накрыл медным тазом. Слушайте, а вот эти вот враги, по ходу дела, вот в этом здании, которое передо мной. Так, патрончики к винтовке. Это самое то, что вот надо. Вот и все. Так, давай, Ваня, вот этого обшмонаем. Сосунка. Да чё он? Так, аптечка. Вот аптечка, это хорошо. И растяжка. А у вас что, ребята, тут есть хорошего? У меня задание уничтожить этот танк. Ну, вы помните, в прошлой серии я убил наводчика плюс водителя. Значит, он сейчас, грубо говоря, мертвый. Но его надо еще взорвать. Никого там нету у нас? Ну, вроде бы нет. Давайте подбежим. Где-то там надо установить наверняка взрывчатку, как обычно, сзади. Опачки, а это что такое? Это где меня просматривают? Что-то я немножко не пойму. Странно. А, вот сюда мы сейчас и установим нашу взрывчатку. Так, все, сматываемся отсюда. Ну и... Я так понимаю, это как побочное задание будет сделано. Бинго, задание обновлено. Уничтожьте бронированную угрозу. Первое задание из двух. Значит, еще что-то надо будет взорвать. Где, 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 где? Ага, вон. Дурень, убийство егеря. Там что-то гранаты кто-то бросает, что ли, мне показалось? Нет, не показалось. Так, ну что же, впереди две цели. Желтые, значит, они на стреме. Они не знают, где я, но ищут. Ищут меня. Так, а я буду их потихоньку ликвидировать. Ну, где вы там? Странно. Должен быть где-то здесь, совсем близко. А, ха-ха, улыбнись, дурень. Так, спрятался, спрятался. Я думаю, тебе укрытие это уже не понадобится. Укрытие раскрыто, ё-моё, давай, 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 Ваня. Не дури. Щит, да откуда палят-то?
Ага, видел я. Где-то здесь перебегает. Какие-то еще... А, вот он. Красавчик. Как говорится, they're good. Где поймают, там и... Зарежу сейчас этого щенка. Вот так. Что там у тебя? Пистолеты. Патроны к пистолету, автомату. Ясно. И у нас, ребята, вот задание. Найдите грузы. Ну, я спец по нахождению грузов, вы это прекрасно знаете. Так что идем. Сколько тут? 70 метров всего. Так, это что здесь внутри получается? Тихо, кто-то меня там засек. Колокола звенят. Видимо, кто-то поднял тревогу, что ли. Что у нас тут хорошего на крыше? Ага, мы здесь с вами вроде бы тогда были. Нам отсюда пришлось тогда текать, потому что здесь этих гадов целая куча. Пока, родной. Куда ты побежал? Сбил мне только весь кайф. Только хотел его хлопнуть. Так, кто-то меня тут просматривает. Вот он. Гнида. Еще стрелять в меня начал. Пока. Понять и простить. Я надеюсь, ты меня и понял, и простил. Так. Оу-оу-оу-оу-оу. Смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите, сколько их тут. Отлично. Да какого лешего ты, еги? Охренел, что ли? И еще здесь один. И добивочный. Отлично, прям в голову. И смотрю, тут у нас офицер где-то бегает. Походу, вообще подо мной, да? Или смылся? Хотя нет. А что если туда, например, бросить гранату? Прокатит, нет? Опачки, вот и первый огурец выбежал. Это как раз он и есть. Даже фуражка слетела. Так, тихо, кто? Что? Ё-моё! Чепушило, а? Смотри, чуть-чуть бы и меня подбил бы. Давайте лечиться срочно. Да кто опять там шмаляет? Где он? Я его не вижу пока. Покажись, если не трус. Странно. А, вон он побежал. Ребята, я думаю, что он хочет, по ходу дела, подняться по лестнице ко мне сюда на крышу. Ну что же, я буду только рад его встретить. Давайте-ка. По-дружески. Вон он бежит. Отличный выстрел был. Там и сдохнет нафиг. Вот так вот. Я просто... просто голень ему в хлам разнес. Убийство пехотинца. Так, а значит, задание, ребята, само находится внутри этого здания. Вот здесь. Вы представляете, если бы я их бы не убил с крыши, сколько бы мне пришлось с ними здесь возюкаться. А так, почистил все и теперь спокойно передвигаюсь здесь. Ага, а вот у нас доказательства. Ух ты, не как система наведения. Это оказалось, ребята, система наведения. Ёлки-палки, сколько тут автоматов. МКБ. Так, и, по-моему, ко мне идут гости. Вижу трех. Так, следующий у нас. Обыщите немецкий склад оружия. Ну что же, будем обыскивать. А, причем он здесь даже недалеко находится. Всего лишь-то 80 метров. Так, и здесь, я смотрю, тоже троечка вражин. Так, вот они, родные. На, гнида. Ёлки-палки, просто насквозь его прошил. Так, офицер. Еще чувырло. Слушайте, я так действительно скоро приналовчусь стрелять, и навскидку
и по-всякому. Так, где он там? Вот он. Черт, не успел маленько, да? Маловато боеприпасов. А вот это уже плохо, ребята. Что маловато боеприпасов. Нам нужно искать патроны. Да че я не могу попасть-то? Блин, сглазил себя, а? Похвалил, называется. Давайте-ка вот так вот. Должен попасть. Пока, родной. Выглянул. Зря, конечно, это сделал. Получи, как говорится. Оу. Печь просто разнесло в хлам. Ну-кася, где-то тут еще один должен выглядывать у нас. Че, не вылазит-то, олух? А, вот он, вот он, вот он. Стрельба навскидку. Так, ну что же. У меня здесь гости. Оу, тихо. Давайте-ка с автоматика с нашего. Не понял. Что-то я не врубился, где он? Ёлки-палки, он оббежал, а? Давайте подхил, обязательно надо подхилиться. Ну и где этот ущербный наш? Вот он. Кряхтит там, блин. На, получи, блин. Первая пуля отскочила от каски, а вторая прямо в чайник. Так, что ты тут бежишь, родной ты мой? Иди сюда, красавчик. Полежи там маленько на лестнице. Побалдей, так скажем. Надо тут маленько расчистить все, да? Для дальнейших, как говорится, наших дел. Впереди был враг, но я так и не понял, где он там. Оу, ребята, а у меня патронов-то вообще нет для винтовки. По нолям все. Есть какие-нибудь предложения? Если только шмонать трупаков и искать у них, больше вариантов нету. Ага, 5 патронов к винтовке. Ну, уже что-то. Да какого хрена ты там засел, придурок? Ну, высунься, высунься, а. Че это он исчез-то у меня? Вот он, побежал, побежал. Куда ты там? А вот это, я считаю, нечестно. Так, давайте-ка сбоку его здесь сейчас. Вот так вот. Накроем. Прям в башню. Ну что, у нас тут... Да до хрена их тут, если честно, блин. Нужны патроны. У тебя же 5 патронов есть, Ваня. Че ты мне тут втираешь? Я понимаю, что нужно каждый патрончик беречь. Но, тем не менее, они у тебя есть. Бинго. И пока. Поцелуй смерти. Ё-моё, просто... Шею в хлам. До чего они вот эту вот анимацию классно сделали. Тихо-тихо-тихо-тихо, сматываемся. Какой урод, мне прям в спину там бомбит, блин. Где? Наверху нет, а, вон он. Чучмек, егерь. Нет, это был пехотинец. Куда, блин, Зергут? Убийца из дополнительного оружия. Получил я медаль. Так, ребята, здесь у нас две машинки стоят. Я не знаю, это может мне быть очень пригодится. Взорвать к ядре не фени, а? Так, тут у нас 60 метров до задания. Надо добежать. Это, я так понимаю, какой-то склад. Ё-моё, вы посмотрите на карту. Они бегут в моём направлении. Сейчас тут будет много гостей. Так, один уже тут бежит. Опа, куда это он выбежал, а? Эй! Вот он. Спрятался типа, да? Так, ребят, смотрите, 5 здесь. Слушайте, может быть, сделаем с вами здесь растяжечку, а? Граната, я думаю, здесь мало будет эффективно. Можно, конечно, бросить. Для пробы. Ага, разбежались, как увидели гранату.
Ну, я как вам говорил, что это малоэффективно. А вот растяжку, я думаю, будет самое то. Вы представляете, да, если они сюда забегут, ну и захотят зайти, то им просто-напросто не поздоровится. Все. И теперь просто уходим отсюда и будем ждать результата. Ё-моё, что, моя растяжка взорвалась? Только не говорите, что они ее издалека увидели. Опачки, а вот теперь... Ёлки-палки, вот теперь точно моя растяжка сработала. И получил очередную медаль за множественные убийства. Так, а эти, смотрите, убегают. Ох ты, я не могу понять, что такое бомбит-то сюда? Неужели какой-нибудь очередной танк? Ёп! Вы видели? Снайпер. Снайпер стоял на вышке. Так, срочно. Блин, а у меня что, больше нету, что ли, этой подлечки? Вот это жесть. Давай, Ваня, быстрее. Все, блин, зажали, называется, в этом здании, блин. Трое спереди. Патронов нет ни хрена. Ну, отбиваться будем в любом случае. Что такое едет? По-моему, действительно где-то танк, ребята. Да, смотрите, сзади меня едет танк. Ну-ка, получи, урод, гранату. Сразу все по смяткам. Блин, о, неужели здесь мы найдем патроны? Да, ребят, все отлично. Мы с вами пополнили боеприпас. Мне бы еще, конечно, бы аптечек. Штучки 3. Ладно, давайте выходить уже к ним сами. Они, по ходу дела, не будут бежать. За мной засели там в этом здании, как черви. Так, ну-ка, ага, стоит, ждет. Ну вот и дождался. Еще двое. Ну где вы? Вот они. Как у меня вовремя перезарядка, а как всегда. Полегли синхронно, называется, ребят. И еще... Вот он, снайпер. Про него я вам и говорил. Надо как-то его вычислить. Погоди-ка. Где-то... Черт, я не могу понять, кто-то тут шуршит еще. Слушай, ну не мог он меня через стенку пробить, ведь так? Хотя это и не он, в общем. Кто-то здесь бомбакает с пулемета. Ну-ка, нафиг отсюда выбегаем. Подхилимся маленько. Блин, все, аптечек больше нет, ребят, у меня. Поэтому будем действовать как-то аккуратненько. Вот он тут ныкается. Отлично. Так, пехотинцы грохнули. Ёлки-палки. Фига там взрывы. Тачку. А, танк стоит. Ё-моё. Щет, вот попадос-то. В башню. Да хорош, завязывай давай, блин. Урод. Совсем плохо, ребята, дело все. У меня две полосочки ХП. Это буквально один точный выстрел снайпера, и я готов. Что это он такой неестественной позе? Эка тебя, браток. Здесь больше нечего искать. Раскорёчил это, а? Но они все равно не угомонятся, видите, бегут. Видят мою, как сказать, тень. Ну, не тень, а след мой. И бегут к нему. Давай, вылази. Вот так вот. Меткий выстрел. Еще одну медаль. Фига я тут медалей нахапал. Скоро будет больше, чем у Брежнева. И... Черт, куда ты смылся? Куда ты там побежал от меня? Олух, иди сюда, вернись. Я все прощу.
Улыбнись в мой объектив. Опа. Ребятушки, смотрите, аптечка, по-моему, лежит у нас, да? Тихо, тихо. Идрить тебя на корень, не хватало тут еще погибнуть. Дайте-ка я подниму ее. Все. Теперь надо нам где-то найти местечко, отхилиться маленько. Да какой камень-то, ядрить его на корень. Камень здесь нам не нужен. Мне нужна аптечка. Ребята, по-моему, это была не аптечка. Вот я сейчас щелкаю, и нету его нифига. Вот только мины и камень. Дело совсем плохо. Ну-ка, давайте проверим. Может быть, у кого-то здесь завалялось что-нибудь. Есть аптечка. Думаю, и бинт. Давайте тогда будем лечиться обязательно. Так, и еще у нас там один бинт есть. Ну, он не много восполняет нам здоровье, но тем не менее хватит, чтобы тут немножко повоевать с этими олухами. Так, и еще один бинт мы взяли. Два бинта. Вообще великолепно. Так, обыщите немецкий склад оружия. Слушайте, я уже здесь бегаю хрен знает сколько. И так до сих пор не понял, где тут находится у них то, что мы ищем. Еще танк этот там ездит, дебильный. Так, ну-ка, что у тебя, сынок? Дай-ка я проверю твои карманы. Тут больше ничего нет. Динамит. Ага, вот оно что. Новогодний подарок. Ух ты, сколько тут боеприпасов. Ребята, хапаем все. Угу. Так, перезаряжаемся, чтобы хапнуть еще побольше. Ёлки-палки, тут аптечки, гранаты. В общем, все по полной программе. Растяжки. Так, и враги наступают. Тут что-то тупик у нас почему-то образовался. Так, вывести из строя ПВО порта. Хорошо. Будем приступать к этому заданию. метров, ну, в принципе, здесь недалеко. Так, погоди-ка, там что у нас получается? Прожектора опять, да? Именно они. Идет поиск врага. Ищите, ребята, я уже давно смылся оттуда. Так, ну что, поднимаемся наверх тогда. Уничтожаем этот прожектор и сваливаем отсюда. Потому что здесь больше делать нечего. Отключить. Еще один готов. Так, что тут у нас, смотрю. Давайте, наверное, заминируем на всякий случай. Хотя, в принципе, это было бы не обязательно делать, но пускай будет. Так, давайте на крышу. А тут... В принципе, а, тут не перепрыгнуть никак нам. Так, ладно, здесь мы выполнили. Очередное это что у нас будет? Найдите начальника порта. А также, смотрите, задание. Уничтожьте танки. Ёлки-палки, неужели мне придется его бомбить? Который там ездит у нас. Скорее всего, так и получится. Ну, где вы тут, олухи? Возле костра погреться решили, а? Чепушило, блин. Да и пофиг мне, что раскрыто место мое. Ну, опять где-то свистун засвистел. Что-то тут запечатало. Оп-оп. Опачки. Подкрепление позвал. Говнюк. Прям в чайник. И по ходу дела он где-то здесь у нас. Ага, вот он, сразу. Ёлки-палки, нифига его коротнуло-то. Но вызвал он все равно, успел вызвать подкрепление. Так что ждем гостей.
последнее письмо. Одолжение. Думаю, я собрал все, что мог. Хотелось бы мне, Ваня, в это верить. Так, где-то сюда. Как говорится, бинго. Слушайте, значит, вот здесь у нас стоят там в коридоре, а? Гады. Да что такое-то? Все, готовы? Готовы. Один там, правда, еще ныкается где-то. Ну, высовывайся. Вот он, в окошечке. Капитан порта устранен. Все, ребята, мы здесь выполнили задание. Побочное, опять же, повторюсь. Так, что у нас тут происходит? Не вижу я их. Ныкаются опять. Ага, бежит, бежит, бежит. Он с чем там? С Фаусом, что ли? Точно, ребят, смотрите. Если он сейчас в меня стрельбанет, будет крышка. Да что ты... Падла, а? Готов. А было бы классно, если бы я ему прям в боеголовку попал бы. Чтобы его разорвало там к ядрене фени. Что-то я не врубусь. Кто здесь по мне мог стрелять? Какая тварина. Оу, танка еще не хватало мне здесь. А где это чмо-то? Ох ты гад. Да еще один. Да и не один, тут их трое. Четверо даже. И танк там ездит, да? По круговой. Все это очень паршиво. Опа-на. Высунулся, идиот, блин. Бинго. Так, еще трое. Уже двое. Черт подери, нифига ты, блин. Гнида. Как он рядом был, а? Давайте опять лечиться. Все аптечки, блин, истратил. Не успел их получить, как уже все, конец. Ну и где? А, вон он. Бежит, забегает, да? Ну давай, иди сюда, олух. Нормуль. Так, ну что, тут мы все ликвидировали. Теперь нам нужно... Ага, вон и задание, в принципе. Но здесь ездит танк. И вот это мне не нравится, если честно. Сматываемся отсюда. Куда-то сюда нам нужно с вами попасть. Да что такое-то, ё-моё. Откуда, где, чё, куда? Не врублюсь. Это, походу, дело танк уже шмаляет. И опять трое взялось. Троечка, блин. Щет, 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 щет. А вот и задание, ребята. Вот и прожектор был. Фак, я даже не понял, как что получилось. Ну-ка, давайте-ка с контрольной точечки по-быренькому. Откуда мы начнем? Ага, ну недалеко, в принципе. Ладно, давайте немножко по-другому сделаем. Уничтожьте бронированную угрозу. То бишь, этот танк я должен взорвать. Взорви его, тут еще надо... Как-то его ликвидировать для начала. Нет, не получится. Ну, а вот этого гаденыша, пожалуй, мы уберем. Егерь хренов. Ну что, ребята, наверное, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующей серии. И продолжим проходить Sniper Elite 4. А на этом все. Всем пока и до скорого.